Привет, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам интересный миф и несколько фактов про глэм-рок Фредбера. Слушайте внимательно и приятного просмотра. Итак, глэм-рок Фредбер – это положительный персонаж, который развлекал посетителей на сцене, как и его коллеги. Описание. Это аниматроник, желтого цвета, имеющий фиолетовые, а иногда красные подплечники. Аниматроник был исправен и в целом все было нормально, но в какой-то момент Фредбера переклинило и он стал не на шутку глючить, тем самым пугая посетителей. После этого его решили отнести на склад, где он пролежит там несколько лет. Через несколько лет его взяли обратно, но он был изрядно потрепан, и тогда Монти решил избавиться от конкурента, разломав его. Это, возможно, может быть шум грохота в начале в Напа 9. Появление. Может появиться в комнате Роксаны и в лифте. Также его статую можно заметить в триллере в Нап 9. Что ж, миф был небольшим, но я рассказал все, что знаю о нем. Пока и удачи!